Привіт, дякую всім, хто підтримує мій канал, хто стає його спонсорами, це стало можливо. Дякую всім, хто дивиться, хто коментує, хто робить репости тощо. Це все дуже важливо для розвитку каналу, для того, щоб точка зору, яка ну, має, має підґрунтя реальні, була більш поширена в суспільстві. Спасибо огромное всім за. То, что смотрите в разных странах. И отдельное спасибо за то, что вы становитесь моими постоянными спонсорами. Поддерживаете не только меня, но и людей, волонтеров, которые напрямую связаны с теми людьми, которые за нас воюют, защищают. Все это без всяких посредников. И все это из рук в руки всегда. И вы знаете, что мы постоянно собираем на нужные вещи для людей, которые нас защищают. Вот, а теперь от реальной жизни приходится переходить к жизни виртуальной, к жизни почти, как казалось, забытой, к жизни э -э, пустопорожней, э -э, к жизни, которую нам насаждал русский мир все эти годы, начиная, да и раньше еще, но ну, начиная с 2014 -го года, они все пытались <coughs> изнутри нас, нас раскачать проникнуть во все щели, называя себя по-разному. Они, я имею в виду русских, вот, русских либералов, русских всяких других говняков, Неважно, музыкантов, там, писателей, поэтов и прочие шушера Которые на самом деле интересуются только собой, как мы прекрасно знаем И Украина им нужна для двух вещей Для бабла и для пиара Ну, конечно, разведывательная смысле, <coughs> диверсионная цель Она всегда присутствует тому большинства, я думаю, из этих ярких представителей России Современной и прекрасной России будущего я не подозреваю всех, конечно, это было бы идиотизмом, но, к сожалению, мой жизненный опыт подсказывает, что большинство из тех, кто свободно въезжает и выезжает из страны, как они говорят, вот, это как раз люди, которые имеют контракт. И вот товарищ по фамилии Овсянникова, по-русски по будет Овсянникова, в 8 лет последних, как посчитали наши люди, внимательно, которые за этим следят, например, Алина Михайлова и Сергей Стерненко, честь и хвала им за это, и благодарность от меня лично, что 8 лет она работала в, на канале первом. Это самый мощный пропагандистский ресурс Кремля. Он да, мощнее даже, ну нет, наверное, там, если все вместе брать Россию, она в ГТРК она помощнее. Но в, как бы наиболее популярные программы, такие рейтинговые, выходят именно на первом канале, которые новостные особенно, которые смотрят все это маньяческое большинство. Почему оно и стало маньяческим? Отчасти. Так вот, девушка по фамилии Овсянникова работала на самой главной новостной программе в последние 8 лет, то есть вот всю войну, да, и это самая главная новостная программа ведет, которую любимая телеведущая Путина Катя, Катя, как-то ее зовут, вот и значит вот эта товарища Овсянникова была редактором, то есть человеком, который готовит материалы, который ну телевизионный редактор, ну я не очень телевизионный человек, но вот это человек, который готовит новости, да, вот и поэтому то есть в телевидении все немножко наоборот, то есть, есть говорящая голова, типа, а есть люди, которые пишут, вот. это не как печатных СМИ. В это не нужно никому вникать. Смысл в том, что она участвовала в подготовке этих новостей ежедневных. Проблем не было, зарплата получала, все было хорошо. А новости, ну, чтобы вы понимали, были формата распятого мальчика в Славянске. Да? В Славянске, да, его распинали там. Вот. То есть новости, в кавычках, фейки, которые мотивировали русских и всякую другую шваль русского мира идти убивать украинцев все эти годы. И подготовили почву, подготовили рейх кристаллизовали его перед широкомасштабным вторжением, цель которой уничтожение, которой уничтожение Украины. И вот эта девушка, ни разу не покаявшись, ничего в жизни не написав, ни в процессе, ни, 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 ни до никогда, не сказав ни слова, тихая мышка путинского, путинской пропаганды, вдруг выходит с плакатом «No war», «Нет войне», значит, и тут же попадает в героя. За спиной этой Кати Андреевой, я вспомнил, такая... Катя брови не ведет, все хорошо, все нормально, все как будто даже и по сценарию. Но даже если не по сценарию, не будем заниматься тут этой самой, как ее, теорией заговоров. Дама после этого сразу становится героем. Не украинский боец, не даже там кто-то другой, кто, если не жизнь отдал за, э, в цивилизованный мир, то хотя бы реально что-то сделал, там сел в тюрьму, э, попал в изгнание. Э, ну, даже вот не минимально, чем-то хотя бы чуть-чуть заслуженный человек, а товарища Овсянникова, которая была сутью пропаганды, была рабочей лошадкой пропаганды, то есть ее основным то, солью земли этой пропаганды, да? солью говна этого. Она вдруг становится героем, ее штрафуют на какую-то несчастную сумму, мы вообще при Сталине за такое расстреляли, а при Путине за такое выпускают за границу. Причем я уверен, что с правом вернуться. То, что она уехала из Москвы навсегда, я не верю, я думаю, что она вот прям в ближайшее время туда поедет, может быть, и сейчас ездит, сейчас ездит, ничего не угрожает, она это понимает прекрасно. Если бы угрожала, а что я тогда туда не езжу? там Бабченко, там какой-нибудь еще человек, что ж мы там на выходные не поедем пивка попить в какой-нибудь кафе. Что нас, что нас, сдерживает тут, да? Вот. А товарищ Овсянникова стала звездой, значит, журналистской немецкое издания Die Welt. Я подчеркиваю, не украинский журналист, не украинская журналистка не, или журналист, который рискует жизнью, который говорят правду, который находится на фронте, стали корреспондентами этих издания а говорящая задница путинской пропаганды которая, причем одна из многочисленных задниц, которая вдруг с плакатом «Нет войне» стала героем. Все ее, все ее дальнейшие журналистские подвиги состоят в том, что она рассказывает миру, как тяжело ее дочери в Москве расплатить где-то В Москве расплачиваться в школе, карточка не получается, что-то еще какие-то проблемы у дамы возникли. Президент Франции, ну хорошо, что орденом почетного региона ее сразу не наградил и не похоронил рядом с Наполеоном. Ой, ты, господи, ну, не поставил в ранг рядом с Наполеоном. Ну, какая страна, в какое время такие герои, такие Наполеоны, как говорится, такие и Макроны, президенты, такие, в общем, и французские герои, да? русская, которая просто не ест людей, не насилует младенцев под видеокамеру, она уже герой для Франции современной, браво, русская культура свое взяла все-таки, да, это великое достижение, критерии фантастические, да, это вот о Франции и Германии, этих двух стран крыл, путинского рейха, главных его покровителей и спонсоров политических, экономических. Вот героиня этих двух стран вдруг собирается приехать в Киев. Причем я как бы, знаете, я же вот эти дни так молча наблюдал, что там лайкал какие-то вещи, комментировал у людей, которых я уже сказал. Ну потому что, знаете, я думаю, что уже вот мне уже как русофобу пора на пенсию. Уже столько людей уже проникло в русофобии, но ну, а многие и до этого были про кого я говорил, да, хотя они молодые люди, но очень такие сведомые. Понимающие, что происходит и кто такие кацапы вот и давно еще, но сейчас прям все прозрели. И я думаю, ну куда уж мне лезть со своим Калашным рылом вот в этот ряд или каким-то там забыл уже, вот, вот. И, короче говоря, великая русская литература, да, образов наплодила прекрасно. Я думаю, ну не лезь, муж добавив уже займись другими делами, тем более дела были, вот полезные всякие для хороших людей. И думаю, помолчу, понаблюдаю. Но наблюдала и все-таки решил сказать, поскольку я этих людей знаю, я имею в виду русских либералов, русских журналистов, как то не в голове работает и так далее. На все предельно просто. А, и почему, и кто мог их привести, мог попросить, пригласить эту Овсянникову, героиню Франции, Германии. Ну, памятник там бы ей поставили уже на границе, и все. Как там, не знаю, памятник мира, там, чего там еще. Можно, можно в виде голубицы изобразить. Интересно, голуби будут гадить на голову памятнику голубицы? Не знаю. Но вот голубица это очень хорошо, потому что я же настаиваю на том, что русские это россияне, все это голубиный народ, это не просто глубинный. Глубинный это как крот, сидит и не высовывается. Это глубинный народ. Он ищет, на кого бы нагадить все время, как и вот голуби, эти так называемые птицы мира, на самом деле засранцы. Просто. Ну, это ладно, лирика, стихи белые, неудачные, детсадовского уровня. Вот. А вернемся к сути. И вот, значит, объявляется в пресс-конференции не где-нибудь, в Интерфакс Украины, это тебе не агентство там Жопкина, там, Информ там, или что-то еще там, да? Это целый интерфакс Украина, в котором директором, опытный журналист, бывший секретарь президента, по-моему, Кучме, вот, и приличный, умный человек, как бы вообще ни в чем таком не засвеченный. Вот, и вдруг у него в агентстве появляется анонс не онлайн, а прям пресс-конференции с приездом вот этой овсянниковой, да, героини Франции, французского и немецкого народа, за неимением других. Вот, и э, это уже странно, я что думаю, что это, как такое может быть, странно. Потом выясняется, что написали письмо предельно уважаемому человеку мной, это ректор КНУ, вот, и ему написали письмо: э, значит, с просьбой организовать встречу студентов. Ну а у кого же еще учиться журналистике, от журфа, КНУ. ну а у кого еще учиться журналистики журналистике, нашим студентам, кроме как не у восьмилетней пропагандистский Путина в период войны с Украиной. Это же вполне естественно. Но вполне естественно, что э, ректор отправил это письмо от общественной голландской организации. Голландской мало убито в том самолете. Было голландцев-то. Миротворцев там дохерища еще осталось. Вот. И, значит, это я шучу, конечно, конечно, ужасно. Но просто мало для них, для их понимания, видимо. Видимо, такая цивилизация европейская теперь, да. Что боль не доходит, даже своя. Но они и Крымский мост помогали строить так называемый этот, и Сименс, и голландская компания. Ну, бог с ними, да, как бы не об этом сейчас речь. И вот, значит, эта организация какая-то правозащитная, там даже какая-то голландка известная, вот просят они ректора, так сказать, встречу. Ректор это письмо по значит, расписанию штатному расписывает в главе э, в, значит, ректору журфака, который посылает вот, так сказать, эту всю публику на направлении русского военного корабля. Вот. Там еще одна организация есть, правозащитная украинская, которая открестилась от этого уже. Вот я разбираться не хочу, я не, не расследователь, оставляю это профессионалам, да, что там, кто там прав, кто виноват, кто правду говорит, кто неправду, кто манипулирует, кто там и так далее. Вот. И в итоге Интерфакс Украина, не путать с Интерфаксом, Москва, Россия в смысле, вот, отменяет пресс-конференцию, и как типа занавес спектакль окончен. Но это, конечно, все замечательно, что он окончен. И расследователи некоторые уже задаются вопросом, а вообще пересекала она границу, не пересекала, поскольку сейчас, чтобы успеть на ну, присуху, она когда там должна была быть, нужно же в Киев, нужно же, это же не, не как до широкомасштабной войны, чтобы самолет он сел и прилетел. Ну и потом надо через границу пройти. Ну и раньше россиян были проблемы с этим, особенно у сотрудниц, даже бывших каких-нибудь каналов, а тут, значит, война такая, что уже и транспорт по-другому ходит, и границы по-другому, проверяются люди на границе. И вот вопрос, да, как вот вообще это все возможно? Возможно ли это было без какой-то крыши? Ну, давайте так. Смотрите, я вот так скажу. Вот захотел, допустим, ну я, да? Ну сошел я с ума там, допустим, с утра, и решил пригласить какую-нибудь бывшую пропагандистку, ну вот, которая позавчера уволилась э, прям вот откуда-нибудь там, э, и пригласить ее на пресс-конференцию, чтобы украинские журналисты с ней пообщались, чтобы поучились студенты, как вот в пропаганде работать и, и ни хера не отвечать ни за что, вот это тоже такой навык, наверное, кому-то нужен, вот может пригодиться в жизни, у нас тоже переводцы -то умеют. И вот, значит, этот человек организует пресс-конференцию, созванивается с интерфаксом Украина, заказывает у них зал, ну а зал заказан, раз был, значит, анонс. Ну, вопрос, бесплатно или платно, вопрос тоже, который позволит раскрыть подоплеку этого всего дела. Но, безусловно, я вот такой, такой с ума схожу и думаю, а давайте-ка я приглашу вот такую пропагандистку или пропагандиста. Ну и все, и договариваюсь там с залом, да. Но ну, это так же вероятно, как то, что Земля плоская. То есть, конечно, вероятность такого есть, но она минимальна, скажем так. Ну, минимально совсем, да. В минуса минимально. Потому что перед тем, как заказать там зал, я должен быть точно уверен, что этого русского пропагандиста, который мне смерть как хочет сюда притащить в рамках какого-нибудь обмена там, чем-нибудь, да, что его точно пропустят через границу. А кто сейчас может это гарантировать? Ну, наверное, только самые люди, которые руководят чем-то в стране. Вот уж тут огромное поле для фантазии, потому что я... Вообще, не знаю, кто это мог быть бы лично. Но э, круг, э, наверное, какой-то существует людей, которые могут гарантировать проход через границу подобного персонажа. Ну, это, это не просто. Это не человек с российским паспортом, это человек с бэкграундом таким, и это не просто. это решение должно было, ну или я действительно такой дебил, вот что я решил пригласить, и сразу зал арендую, там ректору письма пишу, уверенный, будучи уверенный в том, что вот, значит, эту, эту вот нечто пропустят, да, а уверенность такой не может быть в принципе, ну, люди, которые, знают, хоть у которых мозги немножко работают, понимают, что тем более в такое время это точно не работает, это точно надо договориться. То есть какая-то договоренность была. Кто-то это дело крышует на каком-то уровне. Что можно решить, это, конечно, не какая-то там диверсионная группа, это просто такая ушедшая в тень или, наоборот, на свет вышедшая пропагандистка. Там вроде как ничего опасного для Украины нет, но какой-то уровень принятия решений тут должен быть. Да? Вот. То есть я не верю, что это все случайно, такая общественная инициатива, такие, это, знаете, как это, я не влять, я общественница, да, вот нет, ну, немножко не верю я в такие жизненные перипетии, вот, поэтому, скорее всего, и процентов на 100, это все вот такая вот история, да. Ну и последнее, за чего я сюда затаскивали? очень коротко. Я думаю, что это был такой пробный шар перед тем, как ее, в конце концов, ну как бы, чтобы она тут поселилась, про мир рассказывал нам всем вот, э, про то, как тяжело россиянам, как надо снимать санкции, как им тяжело, и что украинцы должны, наверное, это кивнуть, потерпеть, проглотить, слава богу, не проглотили, слава богу, все это быстро, и Серненко приехал, там, и Михайлов написал, как все разрулили, вот, но я думаю, что если бы это получилось, то следующее к нам бы приехала Ксения Анатольевна Собчак, нас смирить, который писал, что Путин гений до войны, сейчас она уже сбежала там до большой войны, теперь она, наверное, снова станет голубем мира, я их нравы знаю, и я им не верю, ни одному и ни за что. Вот и все. На этом я закончу. Спасибо всем участникам. Вот, я надеюсь, что такого больше не повторится, но в любом случае мы это все будем пресекать абсолютно, потому что но ну это сумасшествие. Так не делают, так не издеваются над Украиной. А вообще бы, конечно, ее бы нужно было арестовать и допросить по работе пропаганды. Но пока, видно, до этого ни ума, ни, ни сердца, ни души, ни рук ни у кого не доходит. Потому что большая война, потому что не для, не до шушера пока. Но это только пока. Спасибо.